Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy A52 можно ускорить работу устройства. Если вы заметили, что в последнее время ваше устройство начало уже работать не так быстро, дольше реагировать на ваши запросы и вообще там лагать, что вы можете сделать в такой ситуации, чтобы его ускорить? Система предусмотрела такой исход событий. Вы можете перейти в настройки, затем в раздел обслуживания устройства, затем система сама просчитывает все свои косяки, которые она может сама по себе исправить. Нажимаете оптимизировать, затем она автоматически оптимизирует все эти функции. Нажимаем готово. И как видите, теперь у нас все в порядке, и телефон работает на максимальных оборотах. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!